I say yes. Je t'en prie, dis donc. Bien payé, Koroi. Джан Куидиде. Да. Ха, в бой. Вот тебе. Да? А ты преисподняя. Все получилось? Да? Да. I say yes. Вот тебе. Я с этим разберусь. Вот тебе. Следуйте за мной. Да. Следуйте за мной. Да?
Да? Да. I say yes. Да? Да? Да.
Walk in my step. Follow me. Чем я могу помочь? I say yes. Да? Вот тебе! Вот тебе! Is there something you need? Да?
Следуйте за мной. Is there something you need? Джанквидиде. Енпейе король. Енпейе король. Следуйте за мной. I say yes. Добро. Добро. Да? Тебе! Я с этим разберусь. Похоже, у нас гости. Следуйте за мной. Да? Ну, кто хочет драть? Don't take this! Конечно, я это сделаю. Следуйте за мной.
Чем я могу помочь? Следуйте за мной! Да? Да. Чем я могу помочь? Thank you.
Чем я могу помочь? Да. Fall before the right. Ну, кто хочет драки? Под... Похоже, у нас гости. На этот раз тебе некуда бежать, Калакча. Отдай украденную тобой вещь, и мы сохраним тебе жизнь. Мне это начинает надоедать. Ну что такого важного в той безделушке, если они гоняются за ней по всему Файруну? А, не торопись, по крайней мере, нас ждет драка. Отдай осколок, иначе мы заберем его с твоего трупа. Глупая тварь, я с радостью тебя убью. В бой, жалкие невольники!
Убейте их всех! Что вы на меня пялитесь? В бой! I say yes. Элей ми Богрейн. Следуйте за мной. Я за... Рядом враг. Конечно, я это сделаю. Я надеялась, что мы встретимся в более подходящей обстановке. Давно не говорила ни с кем из своего народа. Извини, но я видела, что эти создания собираются на тебя напасть, и поняла, что не смогу остаться в стороне, когда ты попадешь в засаду. В который раз? Я бы с радостью помогла тебе, если бы могла это сделать. Я пыталась следовать за тобой, не вмешиваться в твои дела. Впрочем, не думаю, что ты сможешь достичь цели своего путешествия без хорошего проводника, который знает эти земли. Да, может, все-таки скажешь, кто ты такая? И если, наконец, оторвешь взгляд от нашего лидера, то увидишь, что кроме него тут еще есть и мы. Я Элани, и теперь я не буду твоей тенью, а стану путешествовать вместе с тобой. Спасибо, у нас все хорошо. Может, сначала ты объяснишь, почему нас преследовала? Я бы тоже хотел это узнать. Жрецы деревьев обычно ведут замкнутый образ жизни, и им нет дел до путников на дорогах. Я думаю, дворф, сейчас жрецов деревьев можно встретить очень редко. Поэтому советую тебе не отзываться о них с такой легкостью. Думаю, не так уж редко, раз ты появилась как ниоткуда после того, как преследовала нас непонятно зачем. Да, я одна из жриц деревьев Топий, и чувствую, что ты пахнешь, как жители гавани. Я наблюдала, как ты продираешься через кусты, проходила под самым твоим носом и могла бы уже много раз позволить этим чудовищам тебя растерзать. Прежде чем бросать обвинения, неплохо бы подумать о том, что такие, как я, могли и помогать вам, жителям гавани. Тогда, наверное, мне нужно вести разговор. Хорошо. Возможно, я говорила слишком быстро. А если вспомнить, что тебя преследуют, то мы тратим драгоценное время на пустую болтовню. На этой дороге непонятно, кто кого преследует.
Сначала я шла за теми, кто на тебя напал. Но, похоже, они преследовали тебя. А это значит, что у тебя есть что-то, какая-то вещь, которую они хотят получить. Поэтому я подумала, что враги моих врагов, по крайней мере, будут рады компании на пути к своей цели. А с моей помощью они могли бы добраться до нее быстрее. Ну что ж, я пришла не только с разговорами, но и с подарком. Я знаю способ добраться до Хайклифа быстрее. Кстати, если ты им воспользуешься, то еще и заметешь свои следы. Недалеко отсюда есть святилище друидов, Поляна Дев. Там члены моего круга могут отдохнуть во время своих путешествий. Могу отвезти вас туда. И охотники больше не будут вас беспокоить. Не хочу сказать, что без меня с этим не справятся, но уверена, вы устали от этих нападений так же, как и я. Мало. Я лишь уверена, что они не из этих земель. Они странно пахнут и говорят на неизвестном языке. Их невозможно понять, если они не разговаривают со своими невольниками. Но они все время называют тебя Калакча. Ты знаешь, что это значит? Похоже, мы немного можем сообщить друг другу. Жаль. Я узнала о них совсем недавно. Сначала они появились в Мерделейн. Это болотистые земли, которые вы, жители гавани, называете топями мертвецов. Я думаю, на их совести множество нападений, совершенных в топях. И не только. Не всем их жертвам удалось сбежать, как вам. Поэтому я преследовала их, чтобы выведать планы. А если удастся, то и остановить. Этим охотникам что-то от тебя нужно. Похоже, они серьезно намерены помешать тебе достичь цели путешествия. Итак, я считаю своим долгом восстановить равновесие. К тому же, их больше, чем вас, а это нечестно. Что ж, это было не так-то уж трудно заметить, правда? Что? Мы берем ее с собой? Зачем? Тебя что-то не устраивает? Смотрю, ты продолжаешь болтать и ведешь себя так, будто собираешься пойти вместе с нами. Вот это меня не устраивает. Ну что ж, буду за ней присматривать. Да и за тобой тоже. Ладно, я ничего не говорила. Хорошо, отправляемся. Судя по солнцу и следам, вы направлялись в Невервинтер, правильно? Осколок? А, так вот что за обернутый шелком предмет я видела в твоем мешке. Похоже, эти существа ищут именно его. Ну, если они его ищут, тогда давайте сделаем все возможное, чтобы он не попал к ним в руки. Как бы то ни было, я ценю то, что ты доверился мне и все рассказал. Спасибо. Давайте продолжим путешествие. Идите за мной. Поляна Дев недалеко. Мы уже далеко от дороги. Ты точно знаешь, куда идти? Согласен. Далеко еще до этого места? Недалеко. Мы уже почти пришли. Это Иридис. На языке жителей гавани — Поляна Дев. Ты прав. Ты меня удивляешь. Так же, как топи мертвецов раньше назывались Мерделейн, неторопливый двор. У этого места было название задолго до того, как тут появились поселенцы из Невервинтера. А они вообще тут появлялись? Я совсем не вижу, куда мы идем. Поверь, мне с моим ростом еще хуже. Я теперь точно обратной дороги не найду. Дорога до Поляны Дев спрятана. Ее знают только друиды и здешние животные. Без меня вы не сможете прийти сюда еще раз. Поляна, на которую мы идем,
служила укрытием для друидов. Там они могли отдохнуть и подлечиться. На побережье много подобных мест. Местные животные защищали друидов. И они избавят вас от преследователей, если те вас выследят. Ты про этих животных? Да. I can do this. Ей, король. Конечно. Ну надо же, кто показался? Клянусь правой ягодицей Тира. Ну надо же. А! Атакуем. Вот тебе. I can do this. Эти животные испуганы. Не знаю почему. Обычно на поляне есть хотя бы один друид, и он должен знать о животных и о нас. Ну а я бы посоветовала держаться подальше от волков и всех тех тварей, что хотят нас убить. Давай лучше с ними сразимся. Если они нападут на нас, то и мы нападем на них. Да и сапоги новые мне не помешают. Да, я с этим согласна. Я слушаю. Атакуем. А ты преисподняя. Все получилось. I say yes.
Джанкуиди Джанкуидиби. Я слушаю. Апио, но... Да. Да. Сама природа восстает против тебя. Вот тебе. Следуйте за мной. Эти волки, их убили не ради мяса, а ради жажды крови. Может, поэтому животные на нас напали? Источник проблем должен находиться здесь, на поляне. Я думала, что круг Топии знает о том, что тут творится, но теперь, похоже, это задание должны выполнить мы. Почему? Пойдем дальше. Хватит с меня этих дебрей и диких животных, и того, что мы позволили ей идти по нашему следу. Я благодарна тебе. Я бы не хотела, чтобы те, кто идет по следу, преследовали нас. Следуйте за мной! Конечно. Take this! Yeah!